Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze & Games. Мы продолжаем пинать всех, играя за жаб. Сегодня мы с тобой узнаем, что же или кто же скрывался за той таинственной дверью в конце прошлой серии. Будьте начеку, темная королева за этой дверью. Вероятно. Вероятно? Я думал, ты обнаружил ее точное расположение. Обнаружил, прикинул. Кто теперь читает? А, это мы уже читали. Зачем я это читаю? Короче, там должна быть по нашим этим самым расчетам темная королева. Вот на этом мы остановились. Опа! Это королева! Удар! Упси-пип! Ты не будешь бить ребенка? Но он такой уродливый. Не бросай в прямом смысле, просто положи. Нежно. Сначала я объяснюсь. Тайное совещание. Она нас по лапам связала, чтобы что отголосуть. Я не успеваю за вами, хорош. Давайте помедленнее, пожалуйста. У тебя 10 секунд, чтобы объяснить. Время вышло. Меня удерживают здесь в заложниках космические пришельцы Топиани, которые украли мои силы и наняли гигантского стража, чтобы я тайно использовал радиацию, чтобы создать разумные карнавальные игрушки, которые должны бы стать лобобобокровницей, ветер... Мы разработали план, чтобы победить стражей и отправиться в открытый космос, где мы свергнем повелителя Топиан, освободим галактику. Потом все это время позволит, мы найдем, почему брюки в последнюю очередь. Что за херня? 26 лет, и мы были в бункере 20 лет, понимаете, что это значит? О мой бог, это значит, что она тоже не знаменита. Ну и что еще более важно, что значит, что Топиани, чё? Да кому как важно? Почему они не сделали перевод на русский, если они так быстро разговаривают? Я не успеваю, серьезно. Что, объединиться? Я знаю у вас сложное прошлое, то есть вы отправили меня в космос без обид, уважаю. Но теперь вы здесь, и мы можем воплотить в жизнь мои планы победить Топиан вместе. Эти Топиани, они известны? Печально известны. Я в деле. Спасибо за наводку, дамочка, но мы и без вас победим Топиан. Вау, у меня теперь решающий голос. Объявляю квапрыжж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 
стреляешь? Прыг жаб финт. Тостер бьет. А кто из них выигрывает? Опять ничья. Арбитр? Какой хуям арбитр? Как в это играть? Дудка. Ну, дудка улетает, допустим. Ничья. Да почему Раш-то выигрывает? С какого перепуга Раш-то выигрывает? Как вообще в это играть? Я понимаю, что это камень, ножницы, бумага, но какая-то жабья тема. Ебать, это кто? Это была чья-то нога. Кстати, неплохо выбрита. Но тем не менее, это была чья-то нога. Это тот самый страж бомбический, катастрофический. Оу. Вот это хреново. Так, как мы деремся? Зажать, перетягивание. Спокойно. Ну это кулаки, это ладно. О. Все, я понял.
сначала нам надо запинать все глазные яблоки. Окей. Спокойно. Аккуратно. Ух ты, ты ж, бля. ХП на полную. Есть. Еще одна партейка, и мы победим. Стоп, идешь сюда. Иди ко мне. Но глазные яблоки на самом деле не такие сложные. Просто по одному подтягиваешь, и все, и ты красавчик. И вообще босс какой-то язычный. Да не нужны мне эти мелкие, дайте мне большое яблоко. Глазное имеется в виду. Есть, и еще один остался. Ай, больно. Да прекрати. Перестань. Куда ты пошел? Иди ко мне. Не успел. Хотел ему сделать подкидывающий удар, но не... Блять. Что ж так больно-то? Он готов, а теперь давай сопрем его корабль и убежим отсюда. Ну давай попробуем, почему бы и нет. А, все. Нифига, мы красиво прошли. Стойте! Спокойно, ты королева, ты невозмутима. Идите в жопу, вы предательские засранцы! Я прямо в мусоропровод, выкиньте вы веники вы вонючие! Поцелуйте меня в жопу, короче. Ненавижу боевых жаб. Воу-воу-воу-воу-воу, королева, текай. Так, погоди, мы успели? А, да, успели. Эй, королева, поправь меня, если я ошибаюсь, это не ты орала, что боевые жабы вонючие? Что? Не, я говорила отбивные жабы. Как вы, ребята, только отбивные, вот они так воняют. Меня прямо распирает, мы станем знаменитыми. Как оно, топианские отродья? Мы только что украли космический корабль и идем за вами. Боевые жабы и темная королева уничтожат вас. И если вам интересно, наши точные координаты в космосе 3x543. Хватит! Ваше Величество? Да, смертный. А мы получили этот сигнал секунду назад. Ага, это я уже читал. Этот голос сказал, что собирается уничтожить нас? Кто захочет тебя уничтожить? У тебя самая прекрасная форма. На мне надеты туманности из Зортаса, ну, знаешь, кластер. Ох, мерзкие жуки, видишь ли. Мне кажется, это милые жуки. То уж я точно не помню. А интересно, они готовы к эволюции? Было бы забавно устроить им четвертое измерение. Да. Вот поэтому это старое доброе мы управляем этой вселенной. О, величайшее, что вы собираетесь делать с темной королевой и боевыми жабами? Повестите галактику и убейте их. А я жду сэндвич. Блин, а я бы тоже сейчас бы сэндвич сожрал. Ой-ой-ой-ой-ой. Отличная пыточка, пыточка. Отпустите меня. Отпустить? Сейчас и отпустим тебе 4 перестрела плетей. Что, поняли шутку? Берешь отпустить и меняешь на... Да что тебе мои шутки услышать в кошмарах? Да-да, пороть его, пороть как надо, запиши это. Простите, что прерываю вас, о парящие, но вы все еще не нашли темную королеву. Ох, да, что это за новость такая? Да, в ресторанах же не говорят, простите, мы еще что? Знаешь ли, специально все... Да хватит! Я не собираюсь вам платить за грубость. Ну как, нашли остальных этих, как их, болевые швабры, жировые, что? А, этих мы ищем. Может, бобовых? Может, нет? Нет? Бобовые капли, точняк. Бобовые капы. Боевые капы. Боевые жабы. Надеюсь, они точно использовали. Короче, вот я не знаю. На самом деле, вот это чтиво, с одной стороны, оно как бы хорошо, да, что оно присутствует, раскрывает нам какую-то сюжетную ветку. Но, блядь, это невозможно прочитать по-человечески. Это нереально.
Я вроде неплохо читаю, у меня со скоростью чтения-то все нормально. Это самый важный член команды, только другим не говори то, что я только что сказал. Ага. Джекури 9, планета внешнего кольца дома его старого приятеля Джеффри. И он прозрачный? Кайф. Он дипломат с неплохими связями, а еще он знает о тайном входе в Топиан Сити. Но мне нужно поговорить с ним наедине. Ладно, что происходит? Я думал, что лидер здесь я. Вы что, строите козни у меня за спиной? Серьезно? Я один это слышу? Я говорю как сумасшедший? Нет, конечно, ты лидер. Ладно, хорошо, отлично. В таком случае пусть королева подождет снаружи, пока мы поговорим с Джеффри. Да вы даже не знаете Джеффа, с чего ему он доверять? С чего тебе мне доверять? Я ей не доверяю, поэтому и не хочу, чтобы вы говорили. Очень жаль, злоупотребляю своими полномочиями. Это так глупо. Объявляю эту штуку. Забрыкраб баба. Квапрык жаб. Опять квак-прыг-жаб? Да нет, я не понял, как в него играть. Блядь. Тостер бьет марионетку, бьет инструмент. Да с хера ли да она-то побеждает? А, она проигрывает. Так, отлично, королева опять проигрывает. Тут до трех побед, да? Отлично, королева просрала. Не, ну я не виноват, прости. Прости, я не виноват, что ты не умеешь играть вот в это. Прости, королева, зови меня, если возникнут любые проблемы. О, поговорим о комплексе превосходства. Ладно, короче, смотрите в оба и... Я Джефф, чем я могу помочь? А, да, привет, я тут главный, нам нужно, чтобы ты выдал нам секретный путь в Топиан Сити. Спасибо, пожалуйста. Мы работаем с Темной Королевой. Ну, точнее, она работает на нас. Темная Королева бросает вызов Топианам? Конечно, я поделюсь координатами, но мне нужно поговорить с самой Королевой наедине. Мы можем ей позвонить. Не-не-не, все, что ты хочешь сказать ей, ты можешь сказать и нам. Это моя прямая противоположность, и я уж молчу о том, что вообще занят примирением воюющих племен, пытаясь заполучить их медальоны уважения. Так что, если вы немедленно не соедините меня с Королевой, нам больше не о чем разговаривать. Вот. Нет! Дай сюда! Ох, бля... Пацаны, вы Джеффри убили. Что случилось? Джефф в порядке, Джефф в порядке. Странно, что ты так говоришь. Могу я с ним поговорить? Это Джефф. Джефф, твой голос изменился. У меня конъюнктивит. Конъюнктивит не изменяет звучание голоса. То есть, горлоктивит. Прошу прощения, ужасный тивит. Мне надо бежать. Пуф-фух. Времени для чего? Пора помочь тушке Джеффа заработать эти медальоны. Он проснется, увидит, что мы сделали, а потом выложит нам координаты. Есть возражения? А это имеет значение? Не имеет. Давайте найдем эти медальоны. Фух. Но это нереально. Блин, вот это чтиво, конечно, оно убивает. Просто кошмарит и портит впечатление об игре, между прочим. Жабы? Перехваченные радиопереговоры насчет опианской контрольной точки в этой зоне. Будьте осторожны и не покидайте дворец. Это было бы глупо. Глупо. Вот фигня, пчела на корабле. Ой-ой-ой-ой. Пчела это херово. Это я тебе говорю человеку, у которого аллергия на укусы пчел. Здравствуйте. Спокойно. Ай-яй-яй. Верните мне моего Раша. Мне за Раша нравилось больше всего играть, если честно. А где у меня ХП отображаются? Почему-то сейчас ХП нет. А, потому что я не в битве. Окей, давай. А, взлом вручную. Так, ты останавливаешь у нас... Допустим. Ку-ку. А что тут делать? Где, кстати, тут эти потайные это местечки всякие красивые, нет? В смысле? Это переходец. Так, плюнуть мне не во что. А вы еще что за дровосеки такие сопливые? Не, реально, они похожи на сопли с топорами. Видел когда-нибудь сопли? Вот у меня примерно такие же. Есть удел.
Кстати, я тут почитал комментарии. Я всегда этим занимаюсь, но не суть. А, писали, говорят, что как бы испортили жаб. А, и в игре нет смысла. На самом деле, правильно относительно говорят, что в игре нет смысла. Но по факту в ней никогда смысла и не было. Жабы — это не про смысл, это совершенно другое. А в чем смысл, вся суть, вся соль подобных игр? Не только как бы жабы, а еще и не Battle Toads, а еще Double Dragon, допустим. Или не помню, какие еще игры есть подобные на прохождение. Прикол в том, то, что эта игра не для одного человека. Это я прохожу на видео, потому что мне, во-первых, поиграть не с кем. А, во-вторых, поиграть не с кем. По факту, эта игра на нескольких человек, и она создавалась для кооператива, хотя бы вдвоем. То есть ты с другальком, с подругой, неважно с кем, садишься и тупо рубишься, тупо получаешь удовольствие от того, чем ты занимаешься. Это для компании, и она подходит в этом плане вообще идеально. Поэтому не надо говорить, что она там смысла не имеет, или еще что-нибудь, или испортили. По факту не испортили. Да, она изменилась, она сильно изменилась. Посмотри, у деревянного гладиатора есть медальон уважения. Он сражается на ближайшей арене. А ты откуда знаешь? На доске объявлений написано. Раш, ты что, читать умеешь? Шутишь? Я читаю сотни этих, как их, книжиков. Вот. Прикол в том, то, что они изменили стилистику, но они... Какой смысл делать было одну и ту же стилистику? Допустим, она какая была? Она была 8 или 16-битной, я уж не помню. То есть... Что это? Кто это? Мне кто-то звонит, не надо мне звонить. Вот, она была то ли 8, то ли 16-битная... Можно было бы сделать продолжение, да, прямое, то есть в таком же стиле, допустим, и выпускать ее, но нового-то по факту бы они ничего не смогли добавить, то есть новый сюжет, да, возможно, но кто хотел новый сюжет? Всегда, когда делают ремейки или продолжение таких подобных игр, они в первую очередь... рассчитываются не на фанатов, не на тех олдов, которые играли все на Сеге в эту игру. Нет, они рассчитывают в основном на новое поколение. А новое поколение, большие сомнения, что сможет просто-напросто принять то, что они сделают в старом стиле. То есть им надо что-то новое. Соответственно, они... и переделывают целиком и полностью игру. Назвать это плохим ремодингом? Почему ремодингом? Ремейком я бы не стал, честно. Люди старались, люди делали, у них получилось весьма неплохо. Вот, диалоги катастрофические, бомбические, не смешные, невозможные к прочтению. Это да, это факт. Но в игре плохого я ничего не вижу, мне она пока что заходит. Хотя я, можно сказать, олд, мне нравится оригинальная Battle Toads. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Эти пацаны очень жесткие, которые топорами кидаются. Не козявки с топорами, а вот эти, именно те, которые кидаются. Блять. Да за что? Есть. Блин, ну это было тяжело, честно тебе скажу. Прямо очень тяжело. Ага. Есть еще одну. Еще в одну птичку плюнули. Блин, да нет. Ну вот, не добил его. Вот теперь добил, отлично.
А эти что делают, пацаны? Ну их легко законтрить, просто жвачку плюнул, и ты красавчик. Фух. Блин, а что-то сложно пошло. Вроде я жаловался, что легко, теперь жалуюсь, что сложно. Хотя зачем жаловаться? О, а как мне сюда? Ёптель! Вы еще кто такие? Есть, идешь сюда. Сразу на два фронта смотри. Хоп справа, хоп слева. Блять. Чуть-чуть не вышло. Да за что? Отлично. Где там еще? Иди сюда. Так, допустим, ну они несложные были по факту. Ага. Это что значит? Вот так? Как? Ага. Погоди. Перемычка, перемычка, перемычка. Ну, здесь подходит только один вариант. Это вот это, да? Да, здесь подходит только один вариант. Здесь надо бы избавиться от... Допустим. Да не, это хуйня какая-то. Здесь он идет вниз, переходит сюда. Это я понял, не работает. Здесь еще вниз, здесь идет наверх, идет сюда. А-а-а. Вот так вот. А там-то почему затух? В смысле, почему ты там-то затух? Почему он там затухает? Что за херня? Ладно. Необъяснимо, но факт. На еще. Воу. В смысле? А ты что, планетами стреляешься? Хорош. Допустим. Даже мух не оставили. Вот жадные. Скоты, сволочи. Не, погоди, стой. А в какие стороны мне направить?
И что? А, вон же нарисовано, ёптель. Блядь. Нет. Отлично. А ну одну уже где-то пропустили. Да ну опять, серьезно? Охуеть. Давай тут проверяем все варианты. Здесь есть у нас раз вариант. Понятно, здесь только один вариант. Хорошо, здесь. Здесь до чертиков вариантов, не знаю даже, что и думать. Сюда идем. Ага. Здесь он его обратно вернет, он пойдет еще ниже. А, вот этот, в принципе, подходит. Не подходит. Давай попробуем, куда он сейчас поедет. Раз, два, наверх. Ага, ну понятно, потому что здесь некуда текать. Что за херня? Как жаба должна это разгадывать? Боевая жаба. Да. Ладно, допустим. Включай мозг, называется. Здесь есть? Нету. Блин, а прикольно, мне нравится. Конечно, они не самые легкие, эти головоломки, но опять же... Сильно тяжелыми их тоже не назвать. Ага, здравствуйте. Идешь сюда. Обещал же себе не лизать всякую гадость. Ну что поделать. Где враги? Достойные соперники. Ага, здравствуйте. Ты еще кто? Слышь, ты кто? Оу, тихо, спокойно. Раздаю пиздюля вагонами. Да ты что, не сдох, что ли? Отлично. Ну, это было легко. Кстати, за ХП, заметь, у нас просто восстанавливается после каждой битвы. И мухи почему-то не появляются. Как так-то? Воу-воу-воу-воу-воу. Аккуратно. А, эти топорщики, лесорубы сраные. Да идешь ты нахер со своим этим, блять. Залипание шифтовой клавиши Windows, я тебя ненавижу. Осторожно. Ух, красиво.
А вот, кстати, мухи начали появляться. Но у нас все равно хп восстановилось. То есть какой смысл мне от этих мух? Не ясно. Не ясно, абсолютно непонятно. Так, там кнопка, смотри. Я не могу на нее нажать. И плюнуть я в нее не могу. Ладно, допустим. Это что? В смысле? Бензопила, то есть сейф. Ах ты ж ёбана. Так, а где тут сейфы? Но бензопила — это вот этот квадрат. Давай, допустим, пока бензопилу возьмем. Хотя подожди, мы просто методом исключения, наверное, можем сделать. Ну тут нету сейфа просто-напросто. Нету сейфа. Здесь внизу, видишь, прикол в чем? Дом, топор. Справа налево читаю. Дом, топор, ролики, бревно. Дом. Дом. Дом — это у нас перевернутый квадрат. И слева какая-то хуйня. Вот это есть. Дальше топор и ролики. Топор, топор, топор. Так, ролики — это окей, а топор — это... Топор — это буква Н. Охренеть, не встать. Так, топор — это буква Н. Нет. 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 Да. Вот это у нас ролики. Бревно. Где бревно? Бревно. Бля, тут не видно. Вот бревно. Это... У, только перевернутая. Где ж ты, где? Ага. Нет, нет. Да. Не подходит. Нет, не У. Блин, а сейф-то тогда у нас что? А, я думал, это надо по миссии Блять. Я серьезно думал, это по миссии надо продолжение. Загадка для продолжения. Оказывается, ни хрена. Не надо ваши топоры. Нет, 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 нет. Только не топоры. Прошу вас. Блять, сбили мое комбо. Ох ты, шакал дикий. На тебе, скотина. Ох ты ж, ёптель, еще и планеты у нас тут появились. Топоры, планеты, что может быть лучше? Где я там? Вот я там. Спокойно. Кого боюсь? Ага, еще один лесоруб есть, подожди. Если я правильно понял механику этой игры, то пока я не доведу комбо до конца, соперник не помрет и не оглушится. То есть я его могу 100 раз подряд пнуть, но без комбо. И ему будет по хуям просто-напросто. Но стоит мне провести одно комбо, и все, я сразу в дамках. Ай, больно. Да ж ты ж, сука. Хорош там своими планетами кидаться. Это я топором по голове получил, окей. Идешь сюда. Скотина.
Жесть пошла. Опа, здравствуйте. А, ну да, все, видишь, я, получается, всех птенчиков собрал в одном месте, я красавчик. А это конец, между прочим, уже финиш. Здравствуйте, так... А, Джеффри, ебать! Смотрите, Джефф! Как это он нас обогнал? Думаю, в жизни есть вещи, просто не имеющие смысла. И что ты им хочешь сказать? Ну, типа, у Бога не было времени или бабла, чтобы все сделать идеально, или, может, какие-нибудь смягчающие форс-мажорные обстоятельства? Ну и отговорочки, конечно. Да, это они, Раш. Это они. Блин, ну тяжело, вот это уровень уже пошел прямо тяжело. Кстати, второй акт, второй этап. Ладушки, дальше мы уже продолжим, естественно, следующей серии, поэтому, если интересненько, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайки боевым жабам. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман, и до новых игр.